Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня у нас начало недели, поэтому обновятся данные по квадратам. Как раз вот только недавно закончил их считать, уже все на график нанесено. Остается будет только использовать их в течение этой недели. Посмотрел, вроде на сегодня каких-то крупных новостей нет, поэтому в основном будем полагаться на технику. Новости для других дней уже посмотрим, естественно, завтра, послезавтра, когда также будем встречаться в 9.15. Для тех, кто только недавно смотрит мероприятие, возможно, некоторые термины, понятия будут немножко в новинку. Вот. Плюс еще ко всему будет много графических построений, не нужно пытаться их как-либо запомнить, потому что я вам дам ссылку в конце мероприятия, и вы сможете установить себе дополнительные настройки MetaTrader, которые будут отображаться вот здесь, как аналитика от Ершова. Это просто дополнительный профиль с моими настройками MetaTrader. Если захотите вернуть обратно все, поставите дефолт, настройки по умолчанию, и вернете все так, как у вас было. То есть это можно использовать просто как дополнительную информацию аналитического характера. Вот. Есть еще некоторые вспомогательные индикаторы, скрипты. Все это будет в раздаточном материале в конце аналитики, который можно будет скачать по ссылке, которую я обычно выкладываю вот здесь. Как вот она показана вот тут. С облака можно будет скачать. Это вот ссылка от пятничной аналитики. Соответственно, сегодняшнюю, так как еще не все построения сделаны, будем вместе с вами делать, я сделаю уже ближе к концу мероприятия. Но, собственно говоря, все организационные моменты закончились. Последнее забыл отметить, что у нас уже завелась традиция, что если кто-то хочет поделиться своим мнением о дальнейшем движении цены, если это опирается на какие-то фундаментальные факторы или на методы технического анализа, пожалуйста, пишите в чат. Я всегда был за обсуждение, за диалог, а не монолог с моей стороны. И если вы совершили какие-либо сделки ранее и хотели бы поделиться их результатами, будь то прибыль или убыток, то, опять же, жду результатов в чате, только пишем всегда в пунктах, не в пипсах, потому что пипсы могут запутать начинающих, да, то есть в четвертый знак после запятой берем и пишем именно в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты у всех разные, и прибыль в долларах, как правило, мало что говорит, даже если там солидная сумма, потому что депозит может быть, например, в десятки или в сотни раз больше, и тогда сумма становится уже не такой уж и солидной. Вот. Поэтому давайте придерживаться установленных правил. Ну, сейчас я исчезаю тогда с экрана, посмотрю, как у нас дела в чате со связью, и тогда приступим. Так, вижу, плюсы есть, никаких вроде бы проблем у нас нет. Пока что еще не весь состав основных участников пришел, но я думаю, сейчас минут за 10 все остальные подтянутся. Ну, давайте постепенно начинать. Согласно календарю экономических новостей, среди новостей даже средней важности, по сути, ничего на сегодня не выпадает. Завтра будут новости по Великобритании, базовый индекс потребительских цен. Это мы еще успеем обсудить. И завтра еще будет выступление главы ЕЦБ Марио Драги. Ну, я думаю, что мы к этому как раз в 9.15 завтра вернемся, то есть как раз примерно ровно через 24 часа. По индексу доллара напоминаю, что у нас скоро будет временной уровень. По дням это 14.09, так что как раз возможно он получит более определенный характер движения, потому что прошлое время у нас очень хорошо отработалось. Тогда он развернулся вниз. Посмотрим, как он будет вести себя дальше. Скорее всего, как бы каких-то резких движений до этого момента мы с вами не увидим, если, конечно, не будет каких-то фундаментальных факторов на тот момент. Так что здесь мы никаких подсказок мы для себя не найдем. Смотрим. Так, что-то сместились.
области слегка. Модель на любимом угле оказалась по-прежнему достаточно точной. Обратите внимание, как точно цена коснулась расчетного значения, которое мы с вами вместе считали достаточно давно. Плюс еще осциллятор предупредил о том, что импульс вверх заканчивается. Напоминаю, ничего кроме импульса этот осциллятор считать не умеет, ни о каком тренде речь в принципе не идет. Сейчас идет коррекция, и если индекс доллара собирается еще раз вырасти, то он встретит в качестве серьезного уровня тот же самый 95.54 как барьер на своем пути. Если же нет, то у него есть возможность упасть до предыдущего значения, до 94.93 в пределах опять же того же 14 числа, который рассчитан был и на днях, и на часах. Как видите, мы упираемся абсолютно в одно и то же время. Просто первый был рассчитан с погрешностью в несколько дней, здесь с погрешностью в несколько часов. То есть где-то в районе 20 часов 14 числа будем более внимательны к основным валютным парам. Это будет среда. Если совсем спустимся на маленькие колебания, то индекс доллара на этой неделе имеет всего лишь три временных уровня. Это 13 числа в 10 часов, 15 числа в 2 часа ночи и 16 числа в 18 часов. Для тех, кто только недавно присоединился к аналитике, на всякий случай поясню, что временные уровни просто выделяют цикличность в движении цены за предыдущий промежуток времени. В данном случае мы рассматриваем неделю. И если радикально рынок меняться не будет, то, скорее всего, мы будем видеть такие же аналогичные изменения и в эти моменты времени. То есть будут образовываться минимумы или максимумы. А за счет чего они будут образовываться, это значит, надо открывать календарь новостей и искать плюс-минус несколько часов от расчетных значений выход каких-то важных новостей, которые, собственно, и могут рынок развернуть. Потому что никакие наши расчеты рынок не сдвинут. Сдвинуть могут только какие-то фундаментальные показатели. Так, вижу еще как раз подтягиваются постоянные участники. Михаил, Антон, приветствую. Людмила вижу еще тоже. Ну вот как раз практически весь основной состав. Есть еще несколько человек, не хватает. Так, вот Андрей тоже вижу подошел, еще Тимура не хватает. Из тех, кто постоянно участвует в беседе. Но я думаю, сейчас тоже все будут на месте. Так, ближайшие уровни уже в принципе сейчас обозначены, на которые мы обратим внимание. Давайте выведем значение 95.55. Это то, что он не смог взять вот буквально в пятницу, да, и то, что он не смог взять только что. Или, может быть, возьмет, но чуть-чуть позже. Так как он очень точно касался этих значений, то, скорее всего, именно от них он и будет отталкиваться в ближайшем будущем. То есть не надо пытаться угадывать, куда же он на самом деле пойдет. Так, что-то у нас дивергенция сдвинулась. Нужно просто смотреть. Вот так. Какой из уровней будет пробит, и просто дальше присоединиться к тенденции. Так, вот вижу теперь уже весь полный состав на месте. Замечательно. Теперь переходим к валютным парам. Поведение индекса доллара на сегодня нам пока не предвещает каких-то зверских движений, но, по крайней мере, уже границы обозначены. Если он эти границы будет пересекать, уже можно будет рассуждать, как это будет влиять на основные валютные пары. Евро на днях смотреть даже неинтересно, пропустим сразу. Вот, еврик в пятницу хорошо дернулся вниз. Вот, я знаю, что как раз из ростовских некоторые ловили еврика и фунта, в основном фунта, я так понимаю, поймали. Интересно, как у остальных дела обстоят. Как видите, произошел фактически один из
таких классических вариантов развития событий. После зверского ускорения цена возвращается обычно либо к 2.1, либо к 1.1. Анон сделал даже и то, и другое. Сначала вот к 2.1 вернулся, потом к 1.1 вернулся. Вот. И вот сейчас продолжает ускорение. По сути, что мы должны сделать? Мы должны дождаться пробития одного из углов. Вот оно было, вот здесь. Это пробитие. Некоторые, я знаю, заходили еще с макушки вот отсюда. Вот. Было несколько поводов перенести сделку в безубыток или даже ее закрыть вот здесь. Да, подсказка от осциллятора была. Теперь переносим значение на новые максимумы, на новые минимумы. И ждем фактически точно такого же развития событий. Но хорошо бы было, чтобы еврик скорректировался как-нибудь немножко вниз. Сейчас лучше беру. Зачем это нужно? Просто чтобы диапазон сузился, тогда можно было бы передвинуть угол сюда. Так как пока он этого не сделал, значит мы и тоже ничего делать не будем. Поэтому те, кто заходил, я так понимаю, прибыль зафиксировал, кто это забрал, было бы неплохо увидеть это сейчас в чате. Так, уже вижу, первые сообщения пошли. Стою по евро с макушки, пока 72 пункта стоп в безубыток. Так, а сколько он, интересно, вообще прошел? Фактически где-то около 120 пунктов. Так, Валерий пишет, евро плюс 120 пунктов, но это вообще получается виртуозный вариант, если вот это все забрали от макушки до донышка. Сейчас уже стою в лонг от 1.12. Ну, тогда еще, наверное, стоит внимательно посматривать на более младший таймфрейм. Так, еще сообщение от Петра. Доброе утро. Евро плюс 80 пунктов взял в пятницу. Отлично. Так, Андрей. Евро плюс 35 пунктов на реверсе. Хорошо. Так, Павел пишет, стоял с верхушки, в пятницу закрыл. Ну, в целом, я вижу, неплохо. Я думаю, еще на фунте тоже денег накосили как раз в пятницу, чтобы со спокойной совестью на выходные выйти. Сейчас до этого момента тоже дойдем. То есть пока новых углов нет, соответственно, и с нашей стороны никаких телодвижений тоже нет. Ждем, пока будет подсказка уже от рынка, что он собирается делать дальше. Теперь на часах по фунту. Тут уже было значительно веселее, плюс еще новости выходили. Немножко на нервах поиграл, правда, но тем не менее все равно неплохо получилось. То есть вот был сигнал, те, кто его пропустили, буквально через несколько часов он снова был, через сколько там, через 3 часа, и целью было взять ближайшие из углов, их тут по сути выбор небольшой, то есть до 1.2 ближайшее падение могло произойти, и если бы он за него зашел, значит у нас бы уже началось бы движение вниз, то есть модель для падения. Но вот он упирается, буквально прижался лбом к 1.2, но принципиально дальше пока идти не хочет. Посмотрим, что нам скажет следующий импульс. Но, тем не менее, потенциал движения был как минимум пунктов 40, можно было забрать. Так. Вижу вопрос. Алексей, вам Т4, где счетчик пунктов, показывающий ход цены, которым вы смотрите, сколько цена прошла. То есть вы можете просто нажать на колесико на мышке, он появится, да, или вот он, перекрестие. То есть, допустим, нажали на нужном месте левую кнопку, протянули, и он вам пишет 3 числа. Вот среднее число — это число пипсов, да, или мини-пунктов. Или как вот, если в метровой шкале это можно было бы дециметрами назвать, да? То есть нужно это число разделить на 10, вот у меня сейчас написано 549. Значит, в человеческих цифрах это будет 549 делить на 10, или 54,9 пункта. Вот, собственно говоря, и все. Теперь, что мы делаем дальше? Мы переносим заново значение углов, причем, скорее всего, наверное, последний раз переносим. Модель, наверное, тоже скоро прикажет долго жить, несмотря на то, что как бы сигналов она нам дала достаточно много. Проработала она фактически с середины августа, то есть почти месяц. В
вполне неплохой вариант развития событий. Но если мы сейчас увидим еще один импульс вниз, хотя бы хорошую такую медвежью свечу, типа вот этой вот, ну вот грубо говоря, вот что-нибудь такое он нарисует, он же по сути вырисовывает флажок, да, если классическими терминами пользоваться, то по большому счету возможно, что завтра мы с вами будем рисовать уже вот такую вот штуковину и пользоваться новой разметкой. Ну, пока этого нет, пользуемся старой, потому что у нас еще нет повода в ней сомневаться, несмотря на то, что рынок уже замедляется. То есть время уже практически убежало вперед от цены, цена уже его, скорее всего, не догонит, потому что, чтобы быть синхронным с временем, у фунта должно быть движение наверх почти в 350 пунктов, то есть 3,5 фигуры, я думаю, вряд ли кто-то в это верит сейчас. Вот. Так что будем принимать решение уже исходя из тех движений, которые мы увидим вот в ближайшие несколько часов. Однозначность придет уже буквально в течение 9 ближайших часов. Так, вижу, на вопрос Романа ответил, замечательно. Так, Александр, по фунту плюс 68. Так, Павел, по фунту стоит добавиться. Какие мысли? Так, ну это вопрос к Михаилу. Так, дальше. Павел пишет, первая сделка плюс 150 пунктов пока, отлично. Так, Илья, фунт 90 пунктов. Ну, я смотрю, в целом, в пятницу хорошо получилось отторговаться. Очень приятно слышать. Надеюсь, так дальше будет продолжаться. Плюс, наверняка, сегодняшний день как раз определится, какой моделью дальше будем пользоваться. Или старой, которая вот у нас сейчас отрисована, или будем завтра рисовать новую. Но в любом случае, даже если будет сейчас продолжаться движение вниз, вот эта модель последнюю сделку вам все равно еще одну как минимум подарит. Следующий, кто тут? Швейцарский франк. Тоже был сигнал. Единственное, пришлось подождать одну свечу, ну, особо вредным и дотошным, да? То есть почему? Потому что вот здесь, по сути, был уже сигнал на вход на покупку, то есть движение против основного движения, но так как рядом стоит 1.1 и перенесенный 1.1, я думаю, что все-таки большинство решили подождать, а действительно ли он пробьет основной 1.1, то есть вот здесь он это действительно сделал и пошел наверх. До каких пор пошел наверх? Пока осциллятор не сказал, что дальше уже не пойдет, то есть вот до вот этого момента. Этих примеров, я думаю, вы уже много видели, точно так же, как и вот здесь. Ну, грубо говоря, получается потенциальная прибыль, ну, как минимум, да что ж такое, либо 37 пунктов, либо где-то 45 пунктов. Небольшую сделку на покупке можно было забрать. Интересно, кто забрал, соответственно, пишите в чат. Так, вижу сообщение от Михаила. Завтра в 11.30 по фунту выходит важная статистика. Ну, вскользь уже об этом упоминалось. Как раз завтра обязательно в самом начале к этому вернемся. Так, еще сообщение от Валерия. Евро жду 1.1270 или 1.1275 и шорт. Давайте к евро вернемся, посмотрим. Так, 1.1270. Ну, фактически где-то вот в эту область. Ну, фактически вблизи к перенесенному 1.1 и вниз. Ну, как раз когда до квадратов дойдем, уже более конкретные цифры назовем. Так, по франку стою в покупке, пока что 75 пунктов, хорошо. Кто еще франка забрал, жду сообщений в чате. Сейчас остается перенести значение для углов и ждать, как он будет вести себя дальше. Может дать небольшую сделку еще по направлению тренда. Если заходили отсюда, вам, в принципе, должно быть по большому счету все равно. Так, дальше. Японская иена. Ситуация такая же, как у швейцарского франка, но не такая привлекательная была для входа. Да?
Потому что, ну, сначала пошел пробивать перенесенный 1-1, может быть, кто-то даже ставил отложенники, да, но вблизи был основной 1-1, и когда он его пробил, уже осциллятор запрещал входить. То есть сначала углы запрещали вход, потом осциллятор запрещал вход, поэтому здесь, возможно, вы заходили на основании каких-то других принципов или даже вот это движение пропустили, хотя оно было, ну, как минимум 60 пунктов. Да, если кто-то умудрился забрать, было бы интересно это в чате услышать, а пока что на данный момент придется перенести значение вот сюда и вот сюда. И ждать, как японка будет себя в дальнейшем вести. Плюс еще, кстати говоря, не обратил внимания, было даже три аргумента, потом еще и дивергенция образовалась. Остается подождать пробития одного из углов, но я думаю, что все-таки более интересно было бы рассматривать дальнейшие сигналы на покупку, чем на продажу, потому что в глобальном смысле японка все-таки смотрит. Котировка доллара, японка смотрит наверх. Так. Дальше еще сообщение. Алексей, скажите, пожалуйста, как добавить временной период графика? Да, по сути, вот у вас шкала таймфреймов, и вы выбираете тот, на котором вы хотите работать. Ну, я все время рассматриваю в основном часовые графики, иногда мы смотрим дневные. И у нас есть 3 15-минутных, потому что до этого были просьбы добавить именно этот график для скальперов. То есть он у нас есть для евро, он есть для фунта и есть для золота. Все. Так, еще вижу мнение, по евро сильного падения в этом месяце не будет, ожидается хороший рост. Так, еще сообщение от Валерия, в середину 11 фигуры можем сходить. Посмотрим. Я думаю, в ближайшем будущем как раз рынок сам ответит на этот вопрос. Так, по японке вижу, вроде никто не заходил. Так, австралиец. Австралиец до этого был в состоянии сильного ускорения. Потом полетел вниз, дал несколько сигналов. И вот, собственно, в конце прошлой неделе дал еще один сигнал, который уже оказался последним этим сигналом для него. И движение было достаточно неслабым, да, то есть где-то 98 пунктов, кто-то, возможно, выскочил на 1.1 и взял 50, у кого терпения хватило проконтролировать сделку, то, может быть, стоит до сих пор, а может быть, взял на 1.2, вышел где-то 98 пунктов. Получается, что больше из данной модели мы, к сожалению, ничего не возьмем. Поэтому углы старые мы можем убирать. Теоретически я бы сейчас мог нарисовать вам новый веер вот такой. Но я думаю, те, кто уже хотя бы пару раз на аналитике был, увидели уже аналогичные примеры с японской иеной, например, да, которые были. То есть такая огромная скорость, она не будет давать вам нормальных сигналов на вход в рынок. То есть мы всегда будем понимать, что войти в рынок надо было 2 часа назад. Так как машину времени еще никто не изобрел, то я думаю, что это будет абсолютно бесполезно. То есть пока что он не сделает нам новых экстремумов, да, или не подтвердить то, что он дальше собирается идти вниз, будем пользоваться классическими подходами. И у нас еще всегда остается разметка по квадратам, так что делаем старую модель пунктирной. Для тех, кто будет изучать предыдущие сделки, я их всегда прямоугольниками на цене обозначаю, чтобы они могли посмотреть, какие были потенциальные входы. А мы пока что ждем, как он будет себя вести. Плюс, обратите внимание, у него была вот здесь вот зона консолидации. Возможно, он в ней остановится и потом приподнимется на коррекции, образуя экстремум от более большой вибрации. Да, и мы сможем на ней построить уже более адекватную модель, на которой можно будет пользоваться перенесенными углами. Так что пока работаем здесь без углов. Так. Вижу сообщение, по японке стою в покупку, жду обновления максимумов, пишет Антон.
Так, вижу, по японке сделки есть. Так, Александр, австралиец, плюс 87 пунктов. Так, Роман пишет, если перейти с H1 на неделю, показывает график 2 года максимум, как сформировать, чтобы посмотреть лет 5 и более. Значит, сервис, архив котировок, выбираете нужный инструмент, выбираете нужный вам таймфрейм, нажимаете загрузить и ждете, пока он выгрузит все необходимые данные. История может занимать, если вы подгрузите, допустим, много различных инструментов за большой промежуток времени, она может до 2 гигабайт занимать и более. Поэтому этот момент тоже учитывайте, если не очень много свободного места на винте. Так, австралиец, плюс 45 пунктов, пишет Андрей. И Валерий, австралиец, take profit 200 пунктов. Отлично. Так, здесь получается сколько всего было? Ну, фактически все движение забрали, то есть мои поздравления. Виртуозный получился вход очень. Так, ну что, пойдем на новозеландец, посмотрим, что интересного было в нем. Ну, по сути, почти то же самое, что с австралийцем, только уже немножко более понятно. Что ж ленив все с ума посходить. У меня что-то периодически крышу сносит у MetaTrader. Непонятно из-за чего. Мы с вами в пятницу поставили новые углы. Ждали, куда будет пробивать. Вверх или вниз. Вот пробило вниз. Ближайшая цель была дойти до 1.1. Если пробьет 1.1, мог бы пойти на 1.2, так же, как это сделал австралиец. Да? Здесь модель, получается, вот сейчас время и цена за ручки взялись, по сути, вот прямо вот конкретно в данной ситуации. И движение было, сейчас померим сколько, движение было 72 пункта приблизительно, ну 72 вряд ли взяли, ну даже если забрали 60, все равно очень неплохой вариант. Кто забрал, пишите, было бы интересно услышать, был сигнал о том, что можно выскочить досрочно из сделки. Те, кто его послушали, взяли чуть поменьше. Но вот как раз, как я и говорил, где-то 64 пункта. Ну, там забираем спред, неточность входа. Грубо говоря, где-то 60 пунктов взяли бы. Теперь остается только перенести значение и смотреть, как он будет вести себя дальше. Вот прямо сейчас формируется новый сигнал на продажу, и как раз когда мы закончим с вами аналитику, эта свечка закроется, и если закроется, она закроется и за перенесенным, и за основным 1.1, значит, он может попытаться дальше сходить вниз. Сейчас посмотрим уже на квадратах, какие цели у него будут, но пока ориентировочно где-то еще пунктов 40 может взять. Так, Илья пишет, две сделки по новозеландцу плюс 90 пунктов. И Леонид пишет, по Киви забрал 50 пунктов. Ну, отлично. То есть пятница удачно выдалась. Канадец. Так, канадец дал нам последнюю сделку в рамках предыдущей модели. Вот здесь, да, кто караулил. Сделка получилась фактически как раз после завершения аналитики, которую мы с вами проводили в пятницу. И полетел наверх. Проскочил уровень по Чикаго, значит, было достаточно сильное движение, пошел дальше. Даже с лету пробил 1.2, и модель потеряла свою актуальность. То есть он пробежал, ну, если брать по основным целям, 86 пунктов. Если есть те, кто там до сих пор стоит, у вас уже где-то пунктов под 130. Чистой прибыли. Я помню, что есть у нас такие, кто 28-21 еще заходил. То есть у вас там вообще под 200 пунктов должно быть прибыли. Так. Вижу еще сообщение от Михаила. По канадцу стою в покупку плюс 245 пунктов. Сейчас единственное стоит учесть, что, наверное, сейчас начнется коррекция. Давайте вот так посмотрим. Просто, чтобы было перед глазами, да? Вот, но при такой прибыли, я думаю, что это уже не так существенно. То есть он, допустим, откатится и потом заново пойдет наверх. Так, я пишу две сделки по канадцу плюс 256 пунктов. Так, еще сообщение от Владимира. Так, давайте посмотрим насчет евро.
Так, сейчас копирую. Минуточку. Так, возвращаемся на евро-доллар. Так, вопрос насчет построения, да, то есть речь идет, я так понимаю, о вот этой линии, то есть почему мы не строим от вот этого максимума, если я правильно понял ваш вопрос, Владимир, да, почему от этого максимума не строим новое значение для веера, да, да потому что у нас банально еще предыдущий продолжает работать, поэтому по большому счету он нам и не нужен. То есть пока старая модель работает, у нас нет повода напрягаться и считать новую. Потому что по большому счету можно было бы извернуться и отсюда нарисовать новую. Можно было бы отсюда нарисовать наверх и смотреть, как происходит движение рынка уже возрастающее. Но так как старая по-прежнему продолжает давать положительные сигналы, то какой смысл отказываться от нее? Вот, поэтому здесь данное построение не требуется, потому что у нас есть более высокая точка. Вот давайте отсюда посмотрим, да, откуда началось вот это падение. И с точки зрения вот этой модели, это падение еще не прекратилось. Я понимаю, есть классическая терминология, да, которая уже здесь сказала, что у нас есть два растущих максимума, есть два растущих минимума. И у нас, ну, условно говоря, вот это движение идет наверх, да, вот, вот так. Я немножко некорректно сейчас рисую, но для того, чтобы общий смысл передать. Вот. Но с точки зрения тех терминов и понятий, которыми мы пользуемся с вами в рамках соотношения цены и времени, движение вниз не закончилось. Оно закончится только, когда цена зайдет за вот эту линию. А так как мы с вами рассматриваем сделки от углов, то они по-прежнему приносят нам достаточно неплохие прибыли. Достаточно просто полистать предыдущие сигналы. То есть, в принципе, как вы показали, нарисовать можно, но это не несет как бы особого глубокого смысла, потому что предыдущая модель по-прежнему работает. Зачем от нее отказываться? Не более того. Думаю, на вопрос ответил. Если ответил не до конца, то уточните, что осталось непонятно. Я тогда постараюсь более широко ответить на вопрос. Так, а мы возвращаемся к тому, что еще не рассмотрели. Канадца обсудили, значит, углы у нас больше уже не актуальны. Убираем. Они нам дали последнюю сделку, очень неплохую сделку. Старую модель делаем пунктирной. Больше она нам уже не советчик здесь. И у нас вот она первая вибрация, или как любят говорить те, кто пользуется Fibonacci, трендообразующий импульс. И мы от него, отталкиваясь, рисуем новую разметку. Только ее уже делаем заново сплошной. Сейчас замеряем новую скорость у движения. Она почти тут особо сильно не поменялась. Надо поближе поставить. Так, есть. Те, кто вместе со мной строят, значит, скорость 15.05. Это для пятизначного метатрейдера. Вот. Минимум у нас есть. Максимум тоже есть, но он черт и где. Сейчас так для галочки поставим, но после коррекции у нас будет новый минимум. Мы именно после его образования и начнем работать. То есть, смотрите, у нас рынок как-нибудь вниз сейчас скорректируется. Неважно, на сколько пунктов. До лампочки, в принципе, все равно. И вот когда он это сделает, вы возьмете сами ручками, перенесете вот сюда вот этот угол и будете смотреть, в какую сторону он будет пробивать, в ту сторону и зайдете. Но его пока что еще нет, коррекция только начинается, да, вот сейчас, возможно, на эта дивергенция начнет отрабатываться. Вот как только это произойдет, тогда и перенесете.
Не забывайте, что должен образоваться локальный экстремум, то есть на это как минимум 5 свечей уйдет. Так, еще раз вернемся к евро. Так, ну давайте посмотрим. Раз, два. А нет, в принципе, да, кстати говоря, я этот момент просмотрел. Локальный экстремум у нас есть. Так что вполне можно поставить вот сюда. Здесь с вами соглашусь. Спасибо, Владимир, потому что я бегло листал уже. Сегодня с утра квадраты считал, может быть, чуть-чуть внимание расслабилось. Да, у нас же вот фрактал, две свечки слева, две свечки справа не превышают значение этого хая, так что можно обозначить углы именно здесь. Так что совершенно верно. Так, теперь переходим на квадраты. Все значения уже пересчитаны, так что сегодня в раздаточном материале у вас у всех это все будет представлено. Евро идет наверх. У него есть время вырасти фактически до начала следующих суток. И у него есть две цели. Одна промежуточная, это 1.12.678. Основная 1.13.016. Но на пути есть уровень по Чикаго 1.12.950. То есть потенциальная прибыль у нас либо 17, где-то либо 50 пунктов, там где евро застопорилось еще 8 числа. Так что те, кто стоит в сделке, будьте внимательны, у вас есть возможность увеличить свою прибыль. По 15 минуткам практически то же самое, только немножко более скромные цели и немножко более точные расчеты получились. То есть значения ближайших целей это 1.12.636 и 1.12.833. И за сегодня у него есть возможность остановиться в 11.45, в 16.30 и в 21.15. Единственное, скальперам внимательно вот этот рост в рамках одного импульса, скорее всего, будет не очень долгим, будет продолжаться, может быть, полчаса или час. Потом начнется коррекция, если как бы, вас это не пугает, можно стоять дальше, если же нет, то надо будет выскочить. Следующий фунт стерлингов. Движение вниз остановилось на одном из расчетных уровней, как раз знаю с некоторыми ростовскими трейдерами, как раз в конце прошлой недели спорили насчет того, на каком из уровней остановится, то есть как раз наилучший вариант отработался, то есть 1.32.501 плюс еще осциллятор несколько раз подсказывал о том, что есть промежуточные остановки. Вот, сейчас идет коррекция. И если он не поднимется выше 32.819 до прихода американцев, то, скорее всего, он еще раз сходит вниз. До каких пор? То есть до 32.18 или до 31.70. Но вот насчет последнего я достаточно сильно сомневаюсь. Все-таки должен быть какой-нибудь более солидный откат. Так, эта линия, я думаю, нам сейчас уже не особо нужна, чтобы не смущало. Вот, плюс обращайте внимание на индекс доллара. Как раз уже ближе к концу сегодняшнего дня, я думаю, он больше определенности внесет в дальнейшие наши действия. Для 15 минуток. Как видим, у нас фактически цена все время сидела на 32.588, выделяем его как важный уровень в рамках сегодняшнего дня. Если он его пробивает, у него открываются две цели. Первая, которую он как раз недавно достиг, это 32.443 и 32.225. Если не пробивает, то пока сидим, ждем до завтра. Цели потенциальные либо 14 пунктов, либо 35 пунктов. Ну, для внутридневной торговли, для скальперов нормально. Для тех, кто торгует среднесрочно, я думаю, не особо интересно. Швейцарский франк.
отбился на расчетной цене 97 758, пошел вниз, фактически вот как раз забирает свою вторую основную цель. Это 97 365. Если возьмет и ее, это вот именно для внутридневных, я имею в виду, торгов, то может сходить еще немножко вниз. Ну, ближайшее значение — это 97 168, а потом, скорее всего, пойдет разворачиваться ближе к верху. У него есть время для вот такого медленного коррекционного падения где-то до 6 часов утра завтрашнего дня. То есть мы с вами швейцарца здесь уже смотрели, да, то есть у нас вполне возможно, что небольшое падение будет, он потом снова сходит наверх. То есть это вполне согласуется с той разметкой, которую мы сделали здесь. То есть потенциальная цель еще у него, так как времени у него более чем достаточно, еще где-то пунктов на 20 упасть. Дальше, японская иена. До этого достаточно точно взяла цель 103.069. Сейчас, если соберется идти наверх, нужно будет отталкиваться от уровня 102.756. Тогда как раз предыдущая важная цель станет первой на его пути, и уже основной станет новая 103.539. То есть будем отталкиваться от ближайшего расчетного значения. Еще раз повторю, 102.756. Времени для того, чтобы достигнуть хотя бы промежуточной цели, у него достаточно, то есть до 21.00 сегодняшних суток. Австралиец. Длительное падение. Сейчас остановился на расчетном уровне 75.253, выделяем его уже как важный уровень, так как уже началась консолидация. Может откатиться назад до 21.00 сегодняшнего дня. До каких пор? Либо до 75.495, либо до 75.736. То есть, в принципе, движение где-то или 46 пунктов, или 23 пункта. Если есть те, кто стоит еще с самой макушки и не закрылись, то, в принципе, как раз за вторую цель можно поставить перенесенный стоп-лосс, вы уже в любом случае будете в плюсе. А если австралиец еще дальше поползет вниз, будет повод забрать побольше прибыли. Но я бы, наверное, все-таки выскочил, потому что, ну, во-первых, консолидация, во-вторых, еще и дивергенция. Зачем лишний раз подвергать опасности ту прибыль, которая у вас в потенциале может быть? Новозеландец. Ну, по сути, тот же самый расклад, то есть, возможно, сейчас начнется коррекция. Если он не пробьет уровень 73.065, вот этот, то начнется откат назад. Или на 73.321, или на 73.576. Те, кто на коррекциях работать не любит, можете просто подождать. Тогда у вас будет два варианта развития событий. Если он его пробивает, если вот данное предположение кажется неверным, то можно будет просто сделать импульсное присоединение по тенденции, но это не самый приятный вариант. Или же он откатится как раз на два уровня назад, можно будет туда buy limit поставить, или просто когда он образует фрактал, там заново зайти вниз, и тогда с очень маленькими стопами сможете в потенциале взять где-то вот такое движение в рамках часового колебания, очень даже неплохой профит может быть. Так что здесь потребуется немножко больше внимания. Дальше. Канадец фактически идеально застыл на одном из расчетных уровней. Это 1.30666. И, скорее всего, сейчас будет делать коррекцию. Коррекция у нас обозначается двумя ближайшими уровнями. Это 1.30336 и 1.3 ровно. То есть либо вот так, либо вот так. И потом снова кверху. Те, кто не любят становиться при таких движениях в коррекцию, забирать маленькие движения, можно просто будет поставить buy limit на 1.3. На всякий случай он как бы есть не просит. Если движение до туда не дотянется, просто удалите, потом зайдете уже вручную. Поэтому здесь, я думаю, что эту сделку вы точно не пропустите. Так, золото.
на днях, но по-прежнему каких-то сильных колебаний не делает. То, что мы с вами обсуждали на более маленьких таймфреймах, что можно было бы выставить бай-лимиты для потом дальнейшего движения наверх. Самое главное, чтобы не переборщить с величиной лота, потому что золото двигается достаточно большим числом пунктов каждый раз, поэтому за управлением рисками нужно следить. Я думаю, как раз лимитики уже пооткрывались, пока что в нефиксированном убытке находитесь, но при работе вот подобным образом с лимитами это всегда в начале именно так происходит. Скорее всего, придется подождать до 9 вечера сегодняшнего дня. Как бы первый отбой он уже показал, это 1326 579, но было бы неплохо, чтобы он поднялся, потом еще раз упал, ударился или в этот уровень, или в тот, который будет немножко выше, это 1330-321, и уже потом пошел наверх. Просто это будет уже более аргументированное движение, подтверждающее то, что дальше вниз он не собирается. То есть, например, бы он сделал вот так, к примеру, тогда уже можно было не сильно беспокоиться о том, что рынок дальше пойдет наверх. Если он будет как-то здесь туда-сюда прыгать понемножку, то вполне возможно, что он еще на один уровень сдвинется, до 1322-836. Ну, так как сделки по золоту в основном рассматриваются, ну, как минимум, среднесрочно, а в некоторых ситуациях долгосрочно, да, вот особенно с ростовскими мы это обсуждали, то сделки здесь рассматриваются, ну, как минимум, в рамках нескольких недель или даже в пределах месяца, не меньше. То подождать 1-2 дня, я думаю, это вполне нормально будет. 15 минутки. Те, кто хочет торговать по золоту именно в рамках сегодняшнего дня, как раз уже границы обозначились. Верхняя граница 1329-648, как раз если он ее пробьет и начнется вот та самая коррекция, про которую мы здесь говорили, до каких пор она может продлиться, 1332-046 или 1335-64. Если пойдет вниз, то надо пробить 1325-16, тогда может дойти до 1321-26. То есть не надо угадывать, надо просто дождаться пробития какого-нибудь из указанных уровней. Но я думаю, что у нас не так много скальперов, кто будет работать внутри дня по золоту, потому что золото более интересен именно для среднесрочных вложений. Серебро пока что бьется между любимыми углами и таких долгих возможностей для сделок не дает. Поэтому переходим на более маленький таймфрейм. Откатилась достаточно сильно назад, остановилась на одном из расчетных значений 18775, почти пункт в пункт. Вот, было бы неплохо, чтобы еще раз его ударило. Тогда у нас будет здесь как раз за последнее время 3 касания, и тогда пойдет наверх. Если же нет, будет болтаться до следующего расчетного значения, которое я еще не сделал. Так, нефть. Ну, мы с вами обсуждали, что может вернуться назад, оно вернулось. Вот, но не так много у нас народа торгует на нефть. Единственное, что перенесем угол на данный момент. И вот тут что-то тоже чуть-чуть сбился. Вот, пусть стоит. Больше, я думаю, нужно отталкиваться все-таки от новостей. Скоро у нас встреча ОПЕК будет, плюс постоянно в средствах массовой информации публикуются данные по уровню добычи нефти, о том, будут там замораживать добычу, не будут. Поэтому обязательно учитывайте это в дальнейшем. Здесь нового ничего уже не скажу. Так, продолжают почему-то двигаться объекты в метатрейдере. Мистика какая-то.
рубль фактически за последние 107 торговых дней ничего интересного не рисовал. Так и сегодня, собственно, происходит, поэтому мы его пропускаем. Дальше швейцарец на днях продолжает замедляться, но при этом пока что возвращаться к 1.1 не хочет, поэтому принимать решение будем на часах. Единственный уровень, на который стоит обращать внимание даже при внутридневной торговле, это уровень, соответствующий любимому углу по цене, это 0.97-0.99. Вот этот. Как раз пробитие или отбитие от него будет являться неплохим сигналом для более маленьких таймфреймов. И, собственно, график по иене, который у нас был, сейчас уже не такой актуальный. Подождем, пока она поднимется выше где-то 104,5. Тогда у нас первая вибрация будет вот такая. То есть более высокого порядка. Три точки у нас есть, ждем четвертую. Она где-то вот там будет. Потому что, по сути, вот это уже не актуально, то, что мы с вами выбирали. Потому что был такой зверский откат даже за точку 2 и за точку 3. Так что пока ждем. Необходимых данных у нас пока что нет. Вот, по большому счету, наверное, на сегодня и все. Сейчас сделаю раздаточный материал. Если у кого-то есть еще мнения, вопросы там и так далее, пишите в чат. Мне нужно буквально несколько минут для того, чтобы все сделать. Для тех, у кого в пятницу не получилось установить раздаточный материал, вроде бы со всеми разобрались, у всех все установлено, у всех все работает. Если вдруг сегодня у кого-то тоже что-то не получится, то уже во второй половине дня по Москве можете в ростовский филиал позвонить, все вопросы порешаем. Значит, архив готов, как всегда, дневник трейдера и инструкция по установке прилагается. На всякий случай, если вдруг что-то забудете. Ну, больше в основном на начинающих рассчитано. Так, все, заливка на облако началась. Небольшие глюки какие-то, секундочку. Так, все, ссылка готова. Сейчас скину в чат, на всякий случай сам проверю. Потому что первый раз так выделывается. Так, на всякий случай сразу тем, кто в онлайне смотрит, я скинул. Тем, кто будет в повторе смотреть ВКонтакте или в Ютубе, вот здесь возьмете. Сейчас видео на паузу поставите, все будет.
Так, а я открываю ссылку на всякий случай сам, чтобы убедиться, что у нас все нормально. Так, вот у меня ссылка открылась, я вижу, что 35 человек уже забрали. Вот, уже 54 человека забрал. Отлично, значит, все работает. Прекрасно. Так, сейчас что у нас еще в чате появилось? Так, вроде бы, так, у всех все нормально. Замечательно. Так, значит, меня очень порадовало то, что в пятницу собрали много профитов. Я надеюсь, что это в дальнейшем так в традицию войдет. Вот, сегодня каких-то крупных новостей нет, поэтому в основном торгуем по технике. Завтра уже будут новости по Британии и по Евросоюзу. Если не ошибаюсь, там будет выступление Марио Драги, еще выходить новости по Англии. Поэтому завтра будем торговать фунта и евро, скорее всего, более активно. Вот, у меня на этом все. С вами был Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Всем удачи и попутного тренда. У кого еще есть отдельные вопросы, пишем вопросы на почту. Некоторым, кто писал в пятницу, еще не ответил, потому что много еще дополнительной работы было. Сейчас как раз сяду на письма отвечать. В течение сегодняшнего дня постараюсь всем ответить. Всем до свидания.